Доброго времени суток, господа. Получил недавно посылку, заказывал на Алиэкспресс радиостанцию Baofeng UV-82R. Заказываю этого продавца уже не первый раз. Первый раз была заказана радиостанция Baofeng UV-5R. Зарекомендовала она себя с лучшей стороны. Для страйкбола в самый раз. Ну вот, будем распечатывать. По характеристикам она схожа с радиостанцией. Точно копирована, если показатель так. УВ-5Р. Отличается только двумя кнопками PTT и чуть большей мощностью. Вот оно. В комплекте, как всегда, книжечка, сама радиостанция, наушники, точнее, наушники. Двумя кнопками PTT. Липса. Веревочка. Антенна. Точно такая же, как на УВ-5Р. Блок питания и зарядный стакан. Больше. Попробуем включить. Все работает. В радиостанции имеется сбоку две кнопки PTT для того, чтобы связываться, не переключать на, как у ВКФР, кнопками А, Б. Тут можно сразу же вещать на каком канале, на каком хочешь. Вот так вот. У этого, в этой радиостанции имеется фонарик, этот самый, радио. Фонарик. Для того, чтобы перейти в канальный режим, необходимо радиостанцию выключить, нажать кнопку меню и одновременно включить. Мы переходим в канальный режим. Радиостанция хорошая. Берите, ссылка в описании. Подписывайтесь на канал.